Вы смотрите видео об отеле Scoglia della Gaglia. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Scoglia della Gaglia расположен в стране Италия в регионе Калабрия и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Территория гостиницы занимает 30 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется амфитеатр, доктор платно, парикмахерская платно, прачечная платно, салон красоты платно, не предоставляются или отсутствуют, кинотеатр, обмен валюты, TV-рум, магазины, банкомат, нет, комментарии спа-центр платно, услуги доктора по запросу. Отель принимает некоторые кредитные карты. Парковка бесплатна. В номерах есть. Количество номеров – 185. Размещение с животными – нет. Номерной фонд отеля состоит из стандарт-рум – 130. Площадь 18 квадратных метров. Фен бесплатно. Кабельный интернет – платно. Мини-бар – платно. Телевизор. Сейф – платно. Телефон – платно. Душ. Не предоставляются или отсутствуют халат и тапки. Ванна. Описание мини-бара, пустой, пополняется по запросу. Уборка в номере, ежедневно. Смена белья 2 раза в неделю. Покрытие пола, плитка. Расположение номера, номер расположен в главном и дополнительном здании. Вид из номера на море, на город. Терраса или балкон. Однокомнатный номер. 1 кровать king size или 1 кровать king size и 1 односпальная кровать. Электронный сейф или на ключ. Wi-Fi платно. Family room, 23. Площадь 40 квадратных метров. Фен бесплатно. Кабельный интернет – платно. Мини-бар – платно. Телевизор. Сейф – платно. Телефон – платно. Душ. Терраса. Не предоставляются или отсутствуют халат и тапки. Ванна. Балкон. Описание мини-бара. Пустой, пополняется по запросу. Уборка в номере. Ежедневно. Смена белья 2 раза в неделю. Покрытие пола. Плитка. Расположение номера. Номер расположен в главном и дополнительном зданиях. Вид из номера на море, на город. Двухкомнатный номер. Есть межкомнатная дверь. 1 кровать king size или 2 односпальные кровати. Электронный сейф или на ключ. Wi-Fi платно. Роу. Заселение на усмотрение отеля. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть. Wi-Fi платно. Не предоставляются или отсутствуют интернет-уголок. Дискотека платно. Дневные развлекательные программы есть с середины июня до середины сентября. Вечерние программы есть с середины июня до середины сентября. Комментарии русскоговорящих аниматоров нет. Анимация проводится на английском и итальянском языках. Не предоставляются или отсутствуют подогреваемый бассейн, крытый бассейн, водные горки. Хамам бесплатно. Джакузи бесплатно. Парная платно. Сауна платно. Массаж платно. Аренда велосипедов платно. Дайвинг платно. Мини-футбол бесплатно. Тренажерный зал бесплатно. Теннис платно. Настольный теннис бесплатно. Пляжный волейбол бесплатно. Не предоставляются или отсутствуют баскетбол, бильярд, боулинг, футбол, гольф, мини-гольф, виндсерфинг, волейбол. Комментарии 2 теннисных корта с искусственным покрытием, оборудование, освещение и уроки тенниса – платно. Аэробика каноэ бесплатно. Аренда автомобиля – платно. Для детей есть. Детская кровать – платно. Детские стульчики в ресторане. Игровая площадка. Мини-клуб. Аренда детских колясок – платно. Не предоставляются или отсутствуют детские горшки. Комментарии мини-клуб для детей 4-11 лет. Услуги няни по запросу. Автобус на пляж бесплатно. Полотенце платно. Шезлонги бесплатно. Зонтики бесплатно. Не предоставляются или отсутствуют матрасы. Пирс, понтон, нет. Территория пляжа, собственная часть на городском песчано-галечном пляже. Длина 200 метров. Вход в море, галька. Комментарии между пляжем и отелем есть проезжая часть и пешеходная дорога. Автобус на пляж только в высокий сезон. Год постройки гостиницы, 1979. Год, когда был сделан последний ремонт, 2013. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.